Примерно в час ночи крупное ДТП было зарегистрировано на углу улиц Харденбекова и Байтурсынова. Здесь столкнулись автомашины Toyota и ВАЗ-2199 «Самара». Как рассказал водитель Toyota, он двигался по Харденбекова от улицы Утигенова, направляясь к проспекту Байдебек-Би. «Самара» двигалась во встречном направлении. Столкновение произошло в тот момент, когда водитель ВАЗа повернул налево на улицу Байтурсынова, не пропустив проезжавшую перекресток Toyota. В результате сильного бокового удара ВАЗ-2199 вылетел на обочину. Пассажиры, водители автомашины получили травмы и были госпитализированы врачами скорой помощи. Сейчас степень вины водителей выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. С наступлением жарких дней вновь активизировались змеи. Так, на пульт 112 спасательного отряда департамента ПЧС поступило сообщение от жителей одного из частных домов микрорайона Самал-3 о том, что рептилия заползла во двор. В доме были одни дети, которые, испугавшись, закрылись во времянке и вызвали по телефону взрослых. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи специальных приспособлений змею отловили. Она оказалась не ядовитой. Как свидетельствуют специалисты ПЧС, в этом сезоне не было зарегистрировано ни одного случая укуса ядовитых змей. А несколько часов спустя к спасателям за помощью обратилась жительница одной из пятиэтажек 18-го микрорайона. Она сообщила, что входная дверь захлопнулась, а в квартире остался полуторагодовалый ребенок. Самостоятельно открыть дверь женщина не смогла и обратилась за помощью к специалистам спасотряда. Прибывшие спасатели при помощи слесарных инструментов дверь открыли и попали в квартиру. Ай, видите, а папа волнует. Папа волнует.